перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Постил. Ты не запостил? Просто там можно ссылку сделать. Покупка свитшота. А зачем нужны трансляции, если у них нельзя сделать ссылку на покупку свитшота? Ну потому что это, блядь, лохопецкие трансляции. Нормальные пацаны поднимаются на сторис. Смотрите, друзья, какая у меня кофта за май. Вот купите себе такую кофту. Плохо продается просто. И у вас будут там всякие. Вот если вы плохо на фотографиях, если вы плохо на фотографиях получаетесь, вот купить себе такую кофту, и у вас будут вырезать со всех фотографий. Неплохая шутка. Итак, мы собрались здесь, чтобы пошутить. Вот у нас команда мечты. Ханзамай. Здрасте. Некий фрешмен. И Миша Джигли. И сегодня мы будем... У нас игра, вот как у Данилы Поперечного, плохие шутки. И я начинаю. Итак, Андрей, знаешь, как называется гусеница, которая может выебать Степана Карму? Гусеница пидор. Неправильно, любая гусеница. Животик на дорогу. Миш, твой ход. Шутка. Хорошо. Ребята... Должен спросить, как называется, что это? Да? Хорошо. Да. Как называется некий фрешмен, который сможет поместить в себя 3 йогурта подряд? Триггер. Неправильно. Неправильно. Любой фрешмен, они хорошо помещаются внутри. Как называется главный по пистолетам? Пистолетов. Гандон. Я думаю, это слишком, ну, следующего уровня шутки. Жека, твой ход. Плохая шутка от Жеки. Я пропускаю ход. Твой следующий ход. Если бы парень по имени Вася завел себе бы лисицу, мужского пола назвал бы ее Лиск, как бы ее называли? Вася Лиск. Я бы вкушал. Сука, я проиграл. Боялся, что не угадаю. Я проиграл. Ладно, хорошо. Как называется рэпер, которому больше 30, и он до сих пор не вырезан на груди? Это сказка. Миша, как называется человек, который... Я прошел реабилитацию. Оформляет мерч. Угнетенный человек. Подавленный. Мерчендайзер. Подавленный, угнетенный человек, который находится в рабстве. Мерчендайзер. Миша, знаешь, какой у тебя любимый стендап-комик? Стивен Мерчант. Что он мерчем занимается. Так, кто хочет выйти с нами в прямой эфир? Я не знаю, сними Мишу. Сними Мишу. Момент. Срочно. Миша. Здравствуйте. Меня зовут Миша. Я до 15 лет был испанцем, потом мне это надоело, сейчас я живу в России. Все наоборот, как Кизару, только наоборот. Он испанец сейчас, я до этого был. Мы поменялись. Что по плохим шуткам? Продолжаем же, нет? Да. Да? Да. Вот я продолжаю. Все, я думал в детстве, что 3 руки будет удобнее, чем 2. Я до сих пор не могу в это поверить. Ты знаешь, что на экране ты выглядишь лучше, чем в реальной жизни? Спасибо. Мне часто это говорят, особенно после просмотра моего батла. А ты батлил МС? Да, 2 раза батлил МС. А забатлил бы с Гушем? Не, Серега. Любой батлил МС забатлил бы с Гуфом. Это ложь. Это проверка. Фраза «любой батлил МС забатлил бы с Гуфом» — это ложь. И вы попались. Да. Как называется крестражник, который потерял свой крестраж? Ваня Светло. Лох ебучий. Плохо с плохими шутками. Только охуительные же, плохих не водится.
В общем, это был выпуск передачи «Плохие шутки». Я был в кофте за май. Да. Купить себе такую кофту, если у тебя отошли воды. Если у тебя... И отошли ее нам. Антихайп. Разыгрывай татуировку бесплатно. Пацаны, я не знаю, у меня дома завелся фрешмен. Если вы знаете какие-нибудь средства, как выкурить из дома фрешмена, какой-нибудь мелок или типа отраву какой-нибудь, то в директ рекомендуйте. Ебаный фрешмен. Мое цыганье, Федька Букер, вызываю тебя сюда.